Возьмите, пожалуйста, микрофон. Мария Соловьенко, Владивосток, газета «Народные вещи». Слово «материально». Поэтому я к вам обращаюсь, гражданин, пожизненный президент Российской Федерации. Прошу не обижаться. Я сейчас объясню, почему. Поскольку ваш удивительно синеглазый пресс-секретарь в прошлый раз практически у меня вырвал микрофон, я буду краткой. Мой вопрос будет один, но из трех частей. Коллеги, я прошу вас не смеяться. Это по-нашему. Потому что я очень волнуюсь, и серьезные будут вопросы. Пожалуйста. Не смейтесь, пожалуйста. Пожалуйста, прошу вас. С последней части вам не нужно отвечать. Девушка с Мишкой поздравила с наступающим годом вас. А я хочу всех коллег, Россию и весь мир, вы здесь делегированы странами. Я хочу напомнить любимого писателя Чука Гек повесть. В 1934 году он написал, почти 80 лет назад. И я думаю, эти строки, вот каждый желает счастья. Желаю всем счастья, и вот что он написал. Это очень важно. Помнить, здесь о России сказано. Что такое счастье, это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди понимали и знали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется советской страной. Ну, добавлю, а сейчас зовется Россией. Чтобы за советскую страну меня не ругали, как Гасманова. Теперь я выступлю в роли чеченского журналиста, который всегда у вас что-то просит. Про коррупцию не буду, смущать не буду. У нас замечательный центр во Владивостоке, вот протез вы спрашивали, построили медицинский. Он начал работать, начались операции. Стоит огромный ПЭТ, вы знаете, что это такое. Ядерный такой томограф, который онкологию упреждает. У нас тяжелая ситуация в Приморье по онкологии. У нас взрыв был атомный, Чажма. Атомный реактор у нас там остались от лодок. У нас Фукусима рядом, собираются хоронить отходы. Не спросив нас, очень многие люди болеют, помощь очень слабая. Так надеялись на этот ПЭТ, но забыли, он 70 миллионов стоит, забыли 20 миллионов. Нужен маленький реактор, который будет эти капсулы делать, изотопы. Я вас попрошу, Владимир Владимирович, даже не надо из бюджета. Вам стоит только плечом повести все эти Абрамовичи, Прохоровы, жена Шувалова, они к нам часто все приезжают, они богатые люди. 20 миллионов надо. Не надо из бюджета. Эту шайку Минобороны тряханите. По 2-3 миллиона рублей, извините, я так говорю. Не надо хлопать, коллеги, это очень больно. У нас молодые дети болеют, едут в Сингапур, квартиры продают родители, чтобы их спасти. Ну, сделайте до Нового года нам этот подарок. Вот я как попрошайка сегодня. Все, вы решите этот вопрос, я думаю, да? Хотите, да. Ответьте, хотите, да. Нет. Нет, ну 20 миллионов. И последний я. Ну, пожалуйста. Да. Нет, вы ответьте, а тот последний, короткий, можете не отвечать, но он очень серьезный будет. Кто руководит пресс-конференцией, вы или а вы? Как хотите, главное, чтобы польза была. Я хочу, чтобы вы закончили свой вопрос. Хорошо, я больше вас перебивать не буду. Пожалуйста. А последний вопрос, вы можете на него не отвечать, но от этого вопроса зависит судьба России, это правда. Вот сейчас всякие исследования, 5-7 лет нашей стране осталось. Очень больно это слушать. Знаете, о чем это речь? Нет? Ну, такие общественные мнения, институты в интернете, что стране 5-7 лет. Мы развалимся к чертовой матери. И когда появились вот эти ракеты, ну да, я за державу, я за империю. Ну, может, это неправильно. А я не боюсь этого сказать. А я рада. У меня отец на Украине мальчишка, его в Германию угнали, он воевал, офицер, умер давно. Пусть будет наша Украина, это родина моя. Вместе мы должны быть. И правильно, что снизили эти газ, нефть там им. Так вот, Владимир Владимирович, для вас этот вопрос будет очень тяжелый. Прошу на него не отвечать. Это правда. Подождите. Следующий год, год лошади, мой год. Вот у вас будет год, чтобы принять стратегическое решение. Не смейтесь. Все знают, идет реклама по телевидению. «Газпром – национальное достояние». Добавим кучки олигархов, правда? Так случилось, подождите. Так случилось. Я вас очень прошу, не отвечайте сейчас. По Конституции недра принадлежат народу, и нефть, и газ, и все ископаемые. Но давайте сделаем так, не сразу у вас это получится, может быть, вам страшно будет. Давайте вернем все-таки, национализируем это все. И тогда не будет этой прослойки, не будут сдирать шкуру с налогоплательщика. Если вы боитесь, вы не бойтесь, вас тогда каждый, даже самый маленький мальчишки-мальчиш защитит за это. И тогда у нас проблем не будет.
и на ПЭТ нам хватит, и на пенсии хватит, без всяких прокладок вот этих олигархических. Это трудно, можете не отвечать, но я вас очень прошу, и думаю, вся страна тогда вас полюбит и скажет, будьте вы пожизненным, Владимир Владимирович. Спасибо. Значит, у нас есть Конституция Российской Федерации, и в рамках этой Конституции формируются органы власти. И в этом смысле мы ничего менять не будем. Я думаю, что это нецелесообразно и опасно именно для стабильности российского государства. Во всяком случае, с точки зрения формирования органов власти. Что касается сути проблемы, во-первых, 20 миллионов, конечно, это у нас часто, к сожалению, бывает. Здесь вот я с вами согласен, когда деньги тратят большие, а потом чуть-чуть и все там оборудование лежит, не работает, это очень обидно и не по-государственному. Поэтому я хочу вас для начала заверить, что эти 20 миллионов, если это 10-12 миллионов, точно совершенно мы изыщем и оборудование запустим в работу. Это 100%. Это даже не обсуждается. Первое. Второе, по поводу недр. Не по институции, по закону недра принадлежат народу. Вопрос в том, как эффективнее использовать эти недра на благо этого народа, нашему народу. По поводу «Газпрома», национального достояния и что это принадлежит кучке олигархов, это не так. «Газпром» – это государственная компания с контрольным пакетом у российского государства. Действительно, был момент, когда это было лет 7 назад, 8, когда контрольный пакет «Газпрома» из рук государства уплыл. И вот тогда была реальная угроза утраты контроля над системообразующей нашей компанией. В целом, и здесь можно двигаться в сторону национализации в сторону приватизации когда-то. Но только тогда, когда у нас будут выровнены определенные условия, связанные с потреблением первичного энергоресурса. Экономические условия, прежде всего. Я могу немножко ошибиться, но, по-моему, в этом году мы произведем где-то 620 миллиардов кубических метров газа. Из них 200 примерно около 200, где-то в районе, на экспорт. Все остальное, основная масса произведенного продукта потребляется внутри российской экономики. Мы держим достаточно низкий уровень тарифа на газ внутри страны. И я уже отвечал здесь на вопрос вашей коллеги, применительно, это касается нашего вступления в ВТО, Евросоюз даже предъявляет нам претензии по поводу того, что у нас слишком низкие, как они считают, нерыночные цены на газ внутри страны, и это создает конкурентные преимущества нашим товарам второго уровня передела или третьего, имея в виду химические продукты, на внешних рынках. Я вас уверяю, что это целенаправленная, осмысленная и весьма эффективная политика в энергетической сфере. Наша задача не в том, чтобы обязательно все отобрать у частных владельцев, имея в виду, в том числе, скажем, и «Газпром», где частично акции «Газпрома», контрольный пакет рука государства, и это дает нам возможность проводить вот такую политику, о которой я сейчас сказал, в том числе льготирование внутреннего потребителя и бытового потребителя, и промышленного потребителя нашего газа внутри страны, но дает такое право и возможность, потому что контрольный пакет и, значит, вопрос управления в руках государства. Но в то же время, если мы дали возможность нашим иностранным, скажем, и внутренним частным акционерам приобретать и продавать акции «Газпрома», это повышает его ликвидность, это повышает возможность его работать на рынках, привлекать необходимые ресурсы для своих инвестиционных проектов и развиваться. Как только, я хочу, чтобы Мария, вы поняли, как только и ваши читатели, как только мы схлопнем эти возможности, у такой компании, как «Газпром», не будет реальных ресурсов для развития. Потому что они не получат должного количества кредитов с мировых финансовых рынков и не получат их по тем благоприятным на сегодняшний день
ставкам, по которым и получают сегодня. Так как мировой финансовый рынок отреагирует это как на повышение непрозрачности компании. И мы ухудшим сразу экономическое состояние нашей ведущей топливно-энергетической компании. Тут же, в эту же секунду ухудшим. В эту же секунду. И это для людей, которые экономикой занимаются, для них это понятно, очевидно, уверен. Здесь тоже есть специалисты, которые специализируются на этих вопросах, они полностью со мной согласятся. Что касается других, чисто частных компаний, а у нас таких тоже много, ну, скажем, Сургутнефтегаз, это частная абсолютно компания сибирская, это Лукойл и так далее. Наша задача заключается, государственная, чтобы обеспечить государственные интересы, заключается не в том, чтобы их национализировать, отобрать, а там, кстати сказать, большое количество акций принадлежит трудовым коллективам. Во всяком случае, в Сургутнефтегазе точно. Да и в Лукойле. Значит, наша задача заключается в том, чтобы обеспечить такие условия их функционирования, чтобы они работали, работая и получая прибыль в России, платили полным рублем здесь налоги, чтобы они уходили, как я говорил в послании, из офшоров. И используя эти средства, развивать и экономику, и социальную сферу. Я вот здесь я с вами соглашусь, я не уверен в том, что у нас здесь полный порядок. Вот это нам нужно обеспечить. Причем мы это можем сделать в рамках рыночной экономики. Совсем не обязательно лишать акционеров их собственности. Более того, это будет очень плохим сигналом для всей российской экономики. Поэтому я понимаю, что вы имеете в виду. Но вы имеете в виду повысить отдачу от этих компаний в федеральные, в региональные бюджеты, увеличить их вклад в развитие страны и решение социальных вопросов. В этом вы правы. Но инструментов для этого у нас гораздо больше, чем просто у них забрать собственность. Но то, что нужно думать о повышении их отдачи, здесь вы абсолютно правы, мы будем в этом отношении и дальше работать. Значит, ну вот, пожалуй...